Эх, у нас ремонт за ремонтом. Теперь цепь номер раз, цепь номер два и кассета номер два. Вот такое попадалово сегодня случилось. Сейчас пойдем за новыми чеками, за новыми долгами, за новыми кассетами. И благодарим вас за помощь, за донаты, потому что, дорогие друзья, если бы не вы, я не знаю, как вот мы с этим всем бы, волонтеры, справлялись. И сейчас Женька сам будет менять себе кассету с цепью. Ты готов? Да. Приобретаем новый опыт. Расходники мы теперь покупаем, а ремонт делаем сам. Ну, а что делать? Кому сейчас легко? Надо как-то выходить из положения. Вот она наша новенькая, блестящая, красивая цепь. Два замочка. И это все счастье штукарь гривен. Мы смогли купить еще одну новую цепь, потому что та полностью растянулась, подожрала кассету, поэтому попадался на цепи, на кассету. И оказалось, что она растянута настолько, что если я ее прямо сейчас не поменяю, то она сожрет зубья кассеты, и это сразу будет попадалово еще на кассету. Поэтому сегодня буду новокупленную цепь варить в парафине и не ставить. Вот она, наша новая кассета, одета. Сейчас будем одевать цепь, укорачивать, если надо.